Замучался, ребята, я с этой елкой. Половину кое-как. Ну, сколол тут пол дерева. А еще стоячий пенек я свалил, и вообще хреново колется он. Наполовину я спилил пилой, прорезь такой сделал, чтобы легче кололось. Угу. Летом, конечно, колоть сырую елку сучьями, которые вообще плохо колется. Ну, раз начали уже. Но в прошлом году я только прорезь сделал и не колол. Так вот чурками и складывал, но все равно не так хорошо он высыхает. А хотя бы наполовину мы сейчас поколем и думаю, все подсохнет за лето. Вот так. Ну, потихоньку дела идут, вон солнце выглядывает. Думаю, распогодится там, блин. Главное, чтобы, да фиг с ним, эти облака мне не мешают. Главное, чтобы дождя не было. А если дождь будет, это нехорошо, конечно. Вот так. Ладно, сейчас буду дальше работать. Сейчас посмотрим, поможет. Нет, это распил такой наполовину. Ну, он третья часть, не наполовину, а третью часть полоску сделал. Думаю, легче будет колоть. Сейчас посмотрим, что получится, как колется, в общем. Попробуем, что там. Эта камля еще круче, чем вершинка, блин. Фигово, блин. Ну, нормально сейчас. Сколю, блин. Вот так. Где? Фигово колется. А вот посмотришь, ребята, фильмы показывают там. Ну, любой художественный фильм возьми, мелодрамы, там какая-то история, село, деревня. И сразу показывают, как колят дрова. А дровишки-то вот такие. Дрова, не знаю, 20 сантиметров на силы. Колят-то крутые, блядь, мускулистые. Колется хорошо дрова, топор вот такой. Вот сюда бы этих силачей, к этим елкам, посмотреть, как колется настоящие дрова. Но это еще коротенькие чурки. Бывает, мы подлиннее спиливаем. Так что ничего не. Сколько фильмов, ничего нового не придумали. Что деревня там, значит, ходит человек в фуфайке или дубленка какой-нибудь старенькая. А деревня-то сейчас усовершенствовалась, можно сказать. Пусть приедут в Коми. Например, наше село. Село тоже обычное село. А как мы живем? У всех интернет. Сидят в интернете. Одеваются по-современному. Скотину никто не держит практически. Вообще никто. Сейчас в фильмах как? Деревня, значит, петухи поют или еще. Сейчас люди сидят в интернете, понимаете?
Сейчас нету такого, что по дворам бегали петухи или курицы. Обычно летний период у нас на велосипедах гоняют. Зимой практически все пенсионеры на лыжах. Так что надо фильмы тоже как-то сделать. Я не умею фильмы снимать, я свою жизнь показываю еще. Но и кто вот профессионалы снимает, тоже надо деревню показывать более усовершенствованным. А не так, что старенький дом там, старенькая печка, такие дрова. Сейчас у некоторых, у многих даже конвектором это печки, ой, вместо печки там конвекторы, котельные делают. Одна печка стоит, и там система сделана, и котельная называется. В это подполье там делают. В нашем селе почти, ну, скажем, 40% сделали уже, провели систему. Все своими руками. Это никто не помогает там, чтобы куда-то подключиться. Это все делаем самими. Подключаем систему, все это, вода идет, уходит, канализация, также туалеты. Вот так. Ну, рассказал пару слов про деревни. Может и в России, может я ошибаюсь, может в России более как-то бедно живут, там вообще нищета. Ну, лично я рассказал про свое село. У нас пенсионеры целый год копят деньги, копят, и на эти деньги уже покупают там, системы делают, воду, скважину, ну, копают там, все это делается. Деревня усовершенствуется, и, конечно, в то же время и гаснет, село гаснет, уже практически население, там, половина уже из нашего села ушло. Людей. Все уходят в город Сыктывкар, работы нету. Уходят из села. А из Сыктывкара, я думаю, все уходят в Питер и в Москву. Вот так вот. Села исчезнут, останется Сыктывкар. А из Сыктывкара уже люди уходят в большие города. Но также мне вот личное сообщение многие сейчас отправляют, спрашивают, частный дом. Вот продается или нет из нашего села частный дом. И ответить, я откуда знаю, кто-то продает, нет. Это надо обращаться в администрацию нашего села. И значит, это доказывает, показывает то, что городские тоже хотят жить в селе. Вот так. Ну, с одной стороны, в селе хорошо жить, с другой стороны тоже, ну это я уже рассказывал, раньше уже повторяться не буду, кто смотрит мои фильмы уже, сто раз уже говорили, что повторяюсь. Но бывает, что я забываю, что когда-то я рассказывал полгода назад или еще. Ну ничего, терпите таким, какой есть, как умею, что могу, снимаю, показываю. А сейчас, в данный момент, я заготавливаю дрова. Пол поленницы есть, и еще вот это спилю, куча дров получится. Это на осень мне даже хватит, и думаю, еще останется на зиму. Зимой еще можно приехать. С дровами, ребята, я закончил. Вон моя поленница закрыл жестью от старой лодки. Ну, и как в прошлом году заготавливал. Все то же самое. Тулан он отдыхает. Отдыхает, и у него вон клюк, второй клюк молочный упал. Я уже думал, что-то не то, а все нормально. Вот клюк упал, настроение у него поднялось, аппетит тоже сегодня уже ел, все нормализуется само собой. И что я включил камеру, ну показать вот эту красоту. Жизнь продолжается, ребята. Вон сколько этих муравьев, все чем-то заняты. Вон как. И у меня съемка осталась 24 минуты, так что много снимать уже не получится. Вон как ожили все. И
Не знаю, видно, нет, но запашок такой. Ну, давай, залезь туда. Узнаю, что такое муравьи. Давай, давай, залезь. А? Не хочешь? Вон, сколько их. Сейчас разок укусят, пусть узнаю, что такое муравьи. Ушки сегодня почти встали обе. Ага, вон, 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 вон. Они же там этот, как сказать, для безопасности суд. И такой запах у них специфический. О, сейчас, 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 сейчас. О, понял, что такое муравей. Они себя в обиду не дадут. Ла, ну-ка, иди сюда. Лаквалы. Чавкает. Угу. Уф, уф, вот это вонь тут. Уф. Кто был в лесу, знает. Вот это да. Но на камеру не видно, как струйки летят там, блин, от этих муравьев. Уф, ну и запах, ну и запах. Ко всему надо приучить щенка, ко всему. К опасностям и... Вот это первая опасность. Тоже вот получишь там... Не ужалят, но... Тоже могут там, блин... Нехорошие сделать, хотя и они маленькие, муравьи-то. Вон сколько их собралось. Вот. Это все муравьи. И они быстро такой дом строят, очень быстро. Вон как зашевелились. Даже бывает масло какое-то они. Раз в год, наверное, какое-то вот белое. О, опять поссали на него. Уф, запах, запах неприятный. Жгучий. Если лечиться, можно там спиной ложиться на них и лекарство получишь. На... Ну все, давай время, гигабайты не будем терять. И так уже осталось 21 минута, 3 минуты поснимали. Нормально, пошли. Солнце выглянуло и выглянуло, и сразу тоже прячется по-быстрому. Короче, это ерундой я занимаюсь. Завели собаку, ребенка. Надо ухаживать. Две собаки, две будки будет. Это называется способ постройки. Клиндамох поможет мне. Ничего не меряю, ничего. Все на глаз делаю. Давно уже этим не занимался, вспоминаю. Ну, вроде получается... Небольшие щели, это чуть-чуть, где-то 5 миллиметров, там будет мох. Не жалея, на мох поднимем этот сруб, и все четко получится. Здесь прорезь сделаем, прорезь, вход будет. Раз, два, три, четыре, четыре венца. Раз, два, три, четыре тоже. И сейчас уже два бревна уже, ну... Туда и здесь, и там поставлю. И с наклоном уже, чтобы крыша была. В принципе, сюда уже собака влезет. Там она будет лежать, а не прыгать, скакать. Вот так вот.
Ну, пока дождя нету, вот решил заняться этим делом. Конечно, материала мало, нету. Все толстые деревья, не подходит. Еще остается три бревна, три полена, ну, где-то с метр на метр двадцать, может, на метр десять. Три штуки и крышу. Все это буду делать. Пока этим занят я сегодня. Ну, где-то уже 2 часа, наверное. Нет, ну, 2 часа, наверное, уже прошло. Моя постройка там. Время тоже занимает. Ну, ничего, получается вроде как. От звук пилы даже не испугался рябчик. Буквально там 20 метров от меня. Оказывается, сидел сейчас. Он там сел. Сейчас не знаю, ориентир. Удастся не заснять. Он перелетел. Блин. Так, подожди. Это он там. Не могу. Не могу найти. Так, как же ориентир-то взять? Так, так. Не могу определиться. Нет, так я не, я, ребят, не увижу. Но он здесь, возле избушки, вон тут. Собаки мои спят, даже не слышали они. Вот, вот тут, где палец, вон там, оказывается, он сидел. И пилю тут я, работаю. Вот, этой фигней занимаюсь. А рябчик сидит. Сейчас я ближе подойду. Может, удастся заснять. Камера выключена, подходил. Он за этой кривой сосной, он на сухостое сидел, оказывается. И взлетела, и перелетела она. Дальше вон там, где березы. Оттуда уж дальше идти не буду. Никогда пока этим заниматься. Пускай летает. Ну вот буквально вот тут он сидел. Или по земле он пришел. Или я не знаю. Я не видел, как он садился, но я пилу как заглушил. Сразу он взлетел и улетел. Угу. Разведает, смотрит. Разведает, смотрит, чем я занимаюсь. Вот поближе. Еще не показал поленницу. Все расколол, пусть сохнет. Ну, у меня уже остатки. Уже на, с наклоном буду пилить там. Еще немножко осталось работать. Ну все, ребята, я свою работу закончил на данный момент. Заготовка есть. Так, 4 венца там. И доски еще спилил на скорую руку. 30-ки получились. Но это я уже буду доканчивать осенью. Я сруб этот здесь и оставлю, пусть подсохнет. Я еще не определился. Я пока еще не определился, куда буду я куда буду вставлять этот, эту избушку для собак. И не знаю еще, кто там будет у меня жить. Или Айда, или же ребенок мой младший. Тулан! Где-то бродит он. Так, съемка, наверное, где-то минут 15 осталось. И я основную работу в этом походе закончил. Все, больше делать ничего не буду. Сегодня с дровами разобрались, с будкой. Вон мои спиногрызы идут. Туланайди спокойно не дает. Все время играется. Это видно, не видно? Вон они, ребята. Вот, давай, принимайте мою работу. Эй, Тулан, иди принимай мою работу. Иди. Я знаю, кто из вас здесь будет жить. Это увидим осенью. Так что, ребята, кто не подписан, подписывайтесь. Подписывайтесь, будем снимать дальше. Это уже будем строить избушку. На мох поднимем. На мох, там пол еще. А, еще надо для пола еще доски спилить. Да-да, чуть-чуть я подзабыл, но... Это я уже снимать ничего не буду. У меня 13 минут съемка осталось. И эти гигабайты, наверное, минуты я оставлю для... на дорогу, чтобы уже снимать по пути. Может, кто-то
кого-нибудь увидим, там поснимаем. Так что, ребята, все, на этом съемка у меня закончилась. 5 часов съемка у меня здесь, 32 гигабайта, а вторую карту памяти я не взял. На этом мой поход, будем считать, закончилась. Сейчас уже будем собраться и поедем домой. А по пути еще буду, может, что-то еще поснимаю, и там уже последние слова об этом походе. В избушке все прибрано, все убрал. И остается только сказать избушке спасибо за ночлег, который дал, тепло. И спасибо этому дому. Пойдем к другому дому. Это моя разметка. Это мой рисунок. И все закрыто. Вещи все собрал. Остается только бушлат. Надел вот такой одел плащ, потому что сейчас начинался дождь. Амбар тоже закрыл. А баня приоткрытым оставил баню. В общем, территорию также все убрал. Ну, чистота, порядок. У меня кашу я птицам оставил там. Не доели так. Собаки. Ну что потом. 10 минут съемка осталось. И буду продолжать снимать уже на реке. Так что оставайтесь. Встретимся на реке. Если будет что снимать там. Короче, все. До осени уже вряд ли приедем сюда. Если летом только разок. А в следующий раз уже будем здесь осенью. Тулан подрастет. Помощник будет. Все еще увидите. Все впереди. Ну все, поехали домой. За сутки вода также упала ровно 15 сантиметров. И за двое суток 30 сантиметров воды ушло. Вот сколько воды за ночь. Пол лодки воды. Это дождевая вода. Это так поливал сегодня ночью. И вон как тучи надвигаются еще. Но сейчас резко все потеплело. Очень даже жарко стало. Очень даже жарко. Скоро, наверное, уже комары выйдут. И потепление вроде как начинается. Ну да. Тулан, лок! Лок! Айда, лок! Лок! Лок, иди, лок! Лок, 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 лок! Лок, все! Первый пошел. Лок, Тулан, лок! Лок, Тулан, лок! Боится. Как боится. Лок, лок! Лок, Тулан, лок! Тулан! Айда, молодец! Айда, молодец! Ой! Лок, Тулан, лок! Лок! Нет, пока нет. Не решился перейти парнишка. Бежит по другому берегу. Хотел научить плавать. Небольшое озеро оставил там. Но нет, пока не получается ничего. Рановато еще. Рановато. Но подождем. Летом научится. Тулан, Тулан. Смотрите, какая грязнуля. Весь сырой, ребят. Вообще ужасная погода. Ужасная погода. Ай, туман небольшой. Туман и дождь не прекращаются. Мы в пути, плывем потихоньку. Остановились ненадолго там. И дальше поплывем. Дождь все еще усиливается. Не знаю. Наверное, уже снимать ничего не получится. А, Тулан. Вот такое красивое место. Здесь такое, как озеро получается, где-то поворот. А здесь река прямо пошла. И там Арсентикала получается. Угу. Вот такое место красивое. Но вот заснять уже ничего не получается, потому что погода вообще дрянь. Ребят, короче, выглядывает солнце.
Где-то час, наверное, нашел дождь. Мы спускаемся по речке. Сейчас остановился, пусть собаки прогуляются. Они тоже устают там сидеть. Ну и погода вообще. Через плащ даже, блин, вода просачивается. Весь сырой я. Пью молоко. Чай в термосе тоже есть, но решил попить молока. С такими конфетами. Также есть колбаска. Все с собой. Сейчас уже последняя остановка. Больше останавливаться никуда не буду. Заторов таких сложных тоже нету. И остановился сказать пару слов своим подписчикам и гостям моего канала. Всем спасибо, кто досмотрел очередной мой фильм. Кто не подписан, подписывайтесь. Мужик растет. И пишите в комментариях про этот очередной фильм. Плюсы, минусы, что понравилось, что не понравилось. Я буду уже в дальнейшем буду иметь в виду, что снимать. Вот так вот. То, если не понравилось, шлепните дизлайк, не обижусь. А добавить больше вроде и нечего. Все видели сами, если досмотрели мой очередной фильм. В общем, всем спасибо и до новых встреч на пройде в коме. А мы уже без остановки, никуда не останавливаясь, поедем домой. Поплыли мы, в общем. Осталось-то уже не так много. Главное, из таежной речки нам выйти, а остальная ерунда. В общем, всем пока.